Покупатель или продавец в магазине? Покупатель шепотом, подмигивая, оглядываясь. Мне туфли комнатные. Вам звонили обо мне? Продавец шепотом, звонили. Покупатель шепотом, туфли комнатные. Продавец шепотом, понятно, не кричите. Нету. Покупатель шепотом, оглядываясь, ясно. Куртка оригинальная, на меня, 52. Продавец, тише. Покупатель, буду тише. Продавец, всюду уши. Покупатель, ну куртка. Продавец, покупатель, на меня. Покупатель, оригинальная. Продавец, покупатель есть? Нет. Брюки интересные, 50-й. Продавец, тихо. Нету. Вам же звонили. Продавец, да. Дубленочка. Нету. Вам звонили или не звонили? Звонили. Может, я попозже? Продавец оглядывается. Не надо. Покупатель оглядывается. Тогда я больше не зайду. Продавец. Покупатель, вы меня больше не увидите. Продавец. Покупатель, может позвонить? Продавец, не надо. Покупатель, не буду. Продавец, только умоляю. Покупатель, я могила, исчезаю. Продавец, куда? Через черный ход.